День рождения 8 мая. Какой знак зодиака, характер детей и взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденный 8 мая. Значение дня рождения. Персоны настолько сильной является миру в данный день, что наделены возможности самостоятельно творить свою судьбу. И только они вольны решать, быть ли им счастливыми, двигаясь путем добра или прозябать, став на тропу зла и корысти. На протяжении всей жизни им придется бороться с негативными влияниями, запечатленными в карме. Знак зодиака людей, рожденных 8 мая, ставит им в обязанность контролировать себя и работать над самодисциплиной. Как они будут относиться к миру, так и он отнесется к ним. Все, что они будут делать, возвратится им сторицей. Чтобы быть счастливыми, им самим нужно стремиться осчастливить всех вокруг, проявлять терпимость, быть скромными и приветливыми. Любовь ко всему живому, бережное отношение к окружающей среде, искреннее стремление искоренить экологические проблемы проявляются. Особенно сильно в тех, кто появился на свет 8 мая, знак зодиака наделяет их жаждой новых открытий, дальних путешествий, стремлением заниматься настоящим туризмом. По-вашему, влияние знака зодиака заметно в поведении людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно. 8 мая, влияние знака Телец свободолюбием, отрицанием стереотипности шаблонов и небывалой смелостью отличаются все рожденные 8 мая. Они смело высказывают свое оригинальное мнение, не стесняются показаться не такими, как все, действительно гордятся своей оригинальностью. Наверняка вы особенно трепетно относитесь к традициям и обрядам своего народа, интересуетесь историей и стремитесь вдохнуть жизнь в то, что уже забыто, но, несомненно, будет полезным в настоящем. Ведь вы родились 8 мая, ваш знак зодиака Телец, а значит, вы отличаетесь своим основательным подходом ко всему. При этом вы не оглядываетесь на мнение со стороны, если вы в чем-то убеждены, то никому не удастся вас остановить. Стоит отметить, что у тельцов, которые родились 8 мая, искренность граничит с излишней прямолинейностью, им чуждо лукавство или какая-то игра. Не все способны это оценить, воспринимая эти черты характера в негативном свете. Поэтому тельцам стоит смириться с тем, что многие будут не согласны с их мнением, и не надо его навязывать. Также им стоит научиться выявлять и учитывать потребности окружающих и в соответствии с этим выстраивать линию поведения, высказывать свои действительно стоящие идеи в интересном для них ключе, ведь только так можно добиться желаемого, не ущемляя ничьих интересов. 8 мая родился певец Энрике Иглесиас. 8 мая 1977 года появился на свет талантливый исполнитель, автор музыкальных композиций и киноактер. И успешный продюсер Энрике Иглесиас, сын знаменитого на весь мир тенора Хулио Иглесиаса. Его успех ошеломляет: каждая песня – это хит, каждый альбом – платиновый, и каждый год он получает престижные награды в сфере шоу-бизнеса. Кажется, что ни его популярность, ни талант, ни даже внешность не подвластны времени. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?